Первый день без метро на работу добираемся альтернативным способом в троллейбусе. Но мы видим, что нарушение постановления о том, что в салоне должно быть не более 20 человек, но здесь как минимум 30, и это еще вторая остановка от конечной. Вот, в основном люди без масок. Раз, два, три, плюс я, 4 человека в масках, все остальные без. Пытаемся ехать на работу.